Друзья, машинка Siemens, проблема, ошибка вышла. Что может быть с этой проблемой? Проблема с мотором. Так, сначала мы попробуем, как крутится барабан. Вроде ничего и не мешает. Вроде ничто туда не попало. Подшипник надо посмотреть и проверить. Если кверху шатаем, вроде тоже не шатается. Сейчас снимаем заднюю стенку и смотрим. Могут быть разные причины. Или щетки на моторе, или еще что-нибудь. Ну, короче, пока не разобрали, не разберемся. Так что достаем ее и разбираем. Так, друзья, заднюю крышку я разобрал. Все было в порядке. Мотор хорошо крутился. Барабан крутится. И решил я щетки посмотреть. Щетки потом покажу, как новые ставлю. Короче, достал старые щетки. Посмотрите, какие щетки. Уже даже металл. Поэтому, видимо, они грелись и ошибка вышла. Так, пробуем. Заказываем новые щетки. Приходят, ставим. Убираем ошибку. И думаю, все хорошо получится. Так что, все заказываем. Друзья мои, прошло пару дней. Пришли нам новые щеточки. Цена была 7 евро с пересылкой. Вот в таком конверте пришли. Ну, конечно, качество не такое. Самое дешевое я заказывал. Смотрите, они чуть-чуть уже. И если так посмотреть, посмотрите, какая толщина самой проволоки. Ну, ладно. Они под одну сторону кривые. Сейчас надо разобраться, в какую сторону вставлять. Разобраться, друзья, совсем просто, так как если мы сбоку посмотрим на мотор, по отношению якоря щетки стоят не перпендикулярно, а немного смещены. Значит, сразу понятно, где будет скос. Значит, вот здесь будет верхний будет скос влево. Пускаем щеточку новенькую. Так. Заводим ее в дальний край. Затем здесь. И выдвигаем назад. И крепко стоит. Надеваем клейму. Все. Так, снизу проверили, как стоит. Все отлично. Сейчас мы с вами ставим заднюю стенку. Прикручиваем. Так, здесь у нас. Вот. Как она стоит. Закручиваем. Друзья, я лоханулся, все закрутил и забыл штекер ставить. Штекер только в одном направлении можно ставить. Никак не ошибешься. Штекер на месте. Все. Сейчас можно собирать. Сейчас мы с вами стерем ошибку. Включаем машину. На положение отжим шлёйден, где сушить, крутим вниз, сейчас посмотрим, загорится, нет, ошибка вышла. Чтобы убрать ошибку, надавливаем кнопку обороты и одно положение влево крутим это колесико. Сейчас выключаем машинку. Сейчас пробуем. Включаем. И посмотрим, выйдет ли ошибка. Нет, ошибки уже нет. Вышло время.
Всем, кому, друзья, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. И всего вам хорошего. Пока.